привет из Минского аэропорта. Божечки. У нас с Леной, вы не поверите. Во-первых, мы одеты просто один в один, ну, кроме того, что Лена в косухе, а я в байке. У нас, посмотрите, насколько одинаковые чемоданы. У нас сегодня ночной рейс, и посадка у нас уже, скорее всего, началась. Мы хотим подойти взвесить наш багаж, чтобы, если что, была возможность переложить друг другу какие-то вещи. И все, будем зарегистрироваться на рейс. Так что see you soon. Ну, просто синхрон, я не знаю. Ну что, are you ready? Хочу вам рассказать интересную историю. Короче, у нас рейс был перенесен на час. По итогу мы спокойно сидели, и тут резко... Это же я, конечно. Еще голова. И мы слышим last call, Дубай. Мы просто бросаем все наши креветки. И как сумасшедшие, со всеми своими вещами летим в наш паспортный контроль. Представляете? Мы спрашиваем, что за история такая, а нам говорят. Сбой системы. Ну, что как бы рейс перенесли, но как бы вовремя у нас всё. Да. Вы когда-нибудь такое вообще слышали? Я, например, впервые. Рейс перенесли, но у нас как бы все вовремя. Так, друзья, не обращаем внимания на мой внешний вид. Вид 6-часового перелета и 4 часов дороги из города Гродно в аэропорт Дубай. Иначе у нас багоука. Это какой-то краш. Я чисто оставлю свои ногти здесь, на этом чемодане. А есть какое-то стоп-слово? Что я делаю? Все, пока. Welcome to Dubai. Боже, как я скучала по этой прекрасной погоде. Просто посмотрите, как красиво. Мы так влетели в номер, что я даже не успела показать вам никакого рум-тура. Лене просто не очень хорошо. Она решила немножко поболеть на отдыхе. Но мы ей дадим полчаса отлежаться, и все будет хорошо. Мы успели сходить на бассейн. Посмотрите на мой загорелый нос и лицо. Оно просто сгорело моментом. Я уже приобрела дубайский оттенок, как обычно по классике жанра. У меня здесь просто выгорает вот эта зона. При том, что я ничем не прикрываю лицо в первое время. Заселились в отель, помылись, ходили в офигенно красивый бассейн. Я вам обязательно его покажу, только чуть-чуть попозже. И вернулись. У нас, кстати, очень красивый балкон. И я вам проведу рум-тур чуть попозже, пускай через денечек, когда тут снова будут красиво застелены кровати. В чем плюс этого отеля? Сразу скажу, что у них есть их фирменные халатики. И на самом деле это очень удобно, потому что вот ты вышел из душа, тебе не хочется надевать никакую одежду, а просто накинуть халат и вот так вот балдеть, чилить. Особенно вытянуть ноги после долгого перелета и поездок. Ой, короче, наболтала я. В общем, буду сейчас кормить и лечить Лену. В общем, рассказываю. Сейчас к нам пришли и сделали такой комплимент от отеля на имя Алена, потому что бронировали отель мы на ее имя. Мы когда заселялись в отель, мы пришли и нам сказали, что вашей оплаты нет, и мы с Леной. Что за дела? И, в общем, отель выяснял, как это так, почему оплата не прошла, где документы, и мы стояли просто с огромными глазами, не понимали, что делать нам, если... Например, наш туроператор не заплатил за эту путевку. Поэтому принесли такой красивый комплимент. Попали в очень хороший отель. Да, я уже поняла по ценнику салата. А если вам принесли салат за 100 рублей почти? Ладно, за 90. Доброе утро. Пришли в ресторан на завтрак. Вместе с вами покажем, что у нас тут есть. Мы тут первый раз. Красивая зона с йогуртами и фруктами. Гранола. Уже всякие. Тут горячие блюда. Здесь всякие
мяски, оливки, сыры. Наверное, зона готовых блюд. Мне кажется, кстати, что можно будет по меню что-то заказать. Симпатичненько. У меня по классике жанра здесь гранола, йогурт и фрукты. Лена тоже что-то примерно похожее взяла. Смотрите, какой у нас там красивый, конечно, вид. Выглядит очень симпатично. Кстати, здесь можно дополнительно тоже заказать пару блюд. А, окей. Всем привет! Наконец нам разрешено здесь хотя бы снимать, потому что, придя на завтрак, мне просто дали понять, что камера, фото, видео, и на этом все. А я очень хотела заснять вам такую небольшую экскурсию по нашему отелю, потому что на самом деле он прикольный, очень красивый. Как говорится, как есть, возможно, подсниму потом чуть-чуть на телефон, поэтому я дико извиняюсь за свои такие небольшие вставки. Это Дубай, и это свои правила. Мы, кстати, вот с Леной, нам безумно нравится наш бассейн. Мы выбирали между двумя отелями, и, если честно, то это очень хорошо, что мы выбрали именно этот, и что мы посмотрели вью отелей. Во втором был такой маленький бассейн, а у нас он такой большой, красивые гамаки, все безумно стильно, и вид просто бомба. У нас такой красивый бассейн, и он плавно перетекает, и, знаете, так вот на уровне с горизонтом, с уровнем моря. Очень красиво и стильно. Жаки, все в светлых тонах. Сегодня у нас такой небольшой чиллаут день, потому что завтра обещают какую-то ненормальную погоду. Мы посмотрели, надеемся, что будут минимальные какие-то осадки. И, как говорится, нас пронесет. Поэтому мы сегодня решили встретить закат на бассейне. Потому что виды вы сами видели какие. И после этого уже собираемся вечером сходить в один ресторан. Так что, надеюсь, там можно будет снимать. И я вас возьму с собой. Ну что, красотка, мы пришли в заведение на ужин. Конечно, первый раз вижу дождь в Дубае. Обалдеть. Всем большой привет. Не выходили к вам на связь, потому что нам разрешали снимать в отеле. Вот, и со вчерашнего дня просто видите, да, цвет моего лица. Я просто сеньор помидор. Решила, чтобы чуть-чуть спал вот этот солнечный ожог, и можно было выйти к вам. Поэтому пока нет людей, пока мы ждем лифт, есть возможность поболтать с вами. Сегодня, как вы уже видели, у нас в Дубае был небольшой дождь. Слава богу, что небольшой, потому что мы когда видели прогноз погоды, если честно, очень боялись, что будет такая же история, как была тут пару недель назад. Мы сейчас решили не упускать еще один день, а съездить в Дубай Молл, чтобы погулять там, потому что магазинов там много, время провести есть где. Плюс останемся потом на Бурдж-Халифу, посмотрим на эти поющие фонтаны, потому что в прошлый раз, когда я была в Дубае, я приехала туда не в самом хорошем своем самочувствии. И, если честно, мне было как-то на эту Бурдж-Халифу абсолютно все равно. Идем в метро, потому что это самый быстрый способ добраться туда. Такси тоже, как вариант. Решила я вас взять сегодня с собой, потому что влог обязан быть, иначе мне будет обидно, что я ничего не снимала, даже несмотря на то, что мне запрещали. Лена там стоит. Это я. Это я. У меня вообще просто вот такая история. Ну, я не отчаиваюсь. Просто мы с Леной два рака. И плечами, хоть и два близнеца. И плечами, и лицом, и всем подряд. Нам нужен гейт. Так, вот, зацените наши фэмили-луки. Мы с Леной сегодня инь-янь. Ну, красивенько. И наше красивое лобби. Я надеюсь, здесь снимать можно. Ну, короче. Да, как будто и не было, если честно, дождя. Потому что, ну, ветер свежий, это факт. Но погода просто крутая. И уже даже асфальт успел высохнуть. Короче, мы очень довольны выбором нашего отеля, потому что он на самом деле стильный, очень красивый. Несмотря на то, что были какие-то свои там моменты, в целом мы очень довольны и рады. И у нас очень классный, приятный контингент в отеле. Поэтому мы каждый раз, когда приходим на завтраки, то довольны своим выбором и тем, что у нас, короче, все классно.
Вот, а Лена говорила о чем? О том, что мы даже рады дождю. Во-первых, в принципе, мы застали одно из исторических событий в Дубае – дождь, да? Вот. Кто бы мог подумать, и мы его видели своими глазами. Очень интересно наблюдать за городом такой новой для него обстановки. Ну и плюс, жара немножечко спала. Легче дышать. Чуть больше свежий воздух. Единственное, сейчас, конечно, выйдет солнце, это всё будет парить. Но я думаю, что она будет. Я думаю, классная. Вот будет вот примерно такое же. Все, мы идем искать дорогу до метро. Мы добрались до мола. Ехали мы сколько времени? Что-то нас слегка там этот... Укачало. Укачало. Хоть там и работает кондиционер, но все равно. По вот этому вот коридору от метро до дубайского мола это еще плюс 20 минут пешком. Сейчас покажу, какой тут классный вид. Это мы. Ты рада, что погода наладилась? Не, погода вообще топ. Хоть мне привлекает плечи, но классно. Ты ну, классно. Фотографию Алай Дубай. Локация, кстати, классная, но я этого сердца не видела, если честно. Просто это мы. Ты в ожидании концерта? Я все, у меня ноги вышли из чата. Уже? Уже? А, да, уже. Ну, возвращаемся в отель. Решили взять фруктов, орехов. Смотрите, какой у нас красивый отель. И вот такая красота тут у нас. Входим в наш красивый отель. Мы наконец-то вернулись уже в номер. Если честно, мы за сегодня мне... Я просто не знаю, сколько мы за сегодня прошли. Тысяч шагов или километров. Что по планам завтра? Завтра у нас с Леной будет небольшой чилл-дэй на бассейне. Потом после обеда у меня уже наконец-то съемка. После этих всех переносов из-за этих дождей и непонятной погоды получилось так, что сегодня должна была быть тоже съемка, но мы решили на всякий случай перенести и правильно сделали. Поэтому два полноценных дня отдыха в Дубае прошли супер классно, насыщенно. С завтрашнего дня уже активно вливаемся в рабочую среду. Если мои клиенты разрешат вам их показать, то я обязательно засниму красивый бэкстейдж и покажу вам один из своих самых любимых пляжей в Дубае. Там мало людей, там безумно красиво, и закаты там просто невероятные. Поэтому мы пойдем отдыхать. Сегодня у нас был насыщенный день. Казалось просто, что мы ушли вчера и вернулись только сегодня. Так что увидимся с вами немножко попозже. Немножко не верю тому, что я могу спокойно вот так вот выходить, записывать что-то на видео, потому что все вот эти вот ограничения, которые действуют у нас в отеле, это, конечно, такое себе. На часах у нас сейчас 5:05. Я немножко поработала и решила выйти в Marina Mall, потому что надо купить немножко всяких разных интересных штучек. Сейчас у нас около 30 градусов, если не больше. Мне кажется, что больше. Я в таком вот легком аутфитике. Гоя, конечно, крутая, создает настроение, это точно. Привет! Вы поняли, у меня облазит лоб. Скоро начнет облазить нос. Короче, как-то вот так. Ну, надеюсь, у меня есть еще пару дней, чтобы восстановить вот этот вот пробел, который образовался сам собой. С первой съемки я не сняла ничего интересного, потому что мы приехали, я точно приехала на съемку, и сразу мы встретились с ребятами, не было времени даже что-то доставать и просить у них возможности подснять что-то для влога. В Дубае все клиенты просят, чтобы их личная жизнь была конфиденциальна. Стараемся вечером идти в ресторан, волосы у меня не могут уложиться. Давайте тоже меня... Нет. Вот к чему, к чему, а к челке я точно не готова. Я приехала на Kite Beach и жду своих клиентов, которые немножко опаздывают. И посмотрите просто на лоб. Всего мне нужно будет загорать уже второй раз лбом, потому что у меня как будто как какое-то витилиго. Я немножко расстроилась, если честно, но потом поняла, что нет повода для грусти. У Алену и Азамата
и их маленькую красивую Еву. Вот, а пока наслаждаемся закатом. Лена там меня сидит, ждет. Мы провели ей тоже небольшую съемку. Вот, и после поедем, провезем тут закат и поедем уже потом в отель собираться. У нас сегодня вход в одно интересное место, где я уже была. Я решила Лене показать тоже этот классный ресторан. Он находится в Одессе на GBR, который располагается. Поэтому балдеем. Сегодня суббота, завтра Пасха. Ты немножко грустно, что я в этот семейный день не дома. Короче, как-то я забыла про Пасху, если честно, когда планировала даты поездки сюда. Но ничего. Сегодня такое. Немножко грущу по дому. Но знаю, что я потом буду грустить по Дубаю. Так что не надо.